Доброе утро, меня зовут Виктория Коленская, я тренер Центра развития культуры и спорта «Олимпийские мечты». Сегодняшнее утро я предлагаю вам начать с комплекса для легкого и продуктивного дня. Начнем с наклонов головой. Делаем наклон в правую сторону, возвращаемся в левую. Все наклоны выполняем в медленном, комфортном темпе. Затем выполняем поворот головой в правую сторону, возвращаемся в левую. И выполняем еще раз. Далее выполняем наклоны корпусом. При выполнении наклонов следите, чтобы таз оставался на месте. Делаем наклон в правую сторону. Возвращаемся в левую сторону. Выполняем по 4-5 наклонов в каждую сторону. Затем поднимаем руку вверх и наклоняемся в противоположную сторону вместе с рукой максимально. И отводим таз в противоположную сторону. Возвращаемся в исходное положение. И меняем сторону. Наклон, отведение таза. И возвращаемся в исходное положение. Выполняем по 4 повторения в каждую сторону. Для выполнения следующего упражнения нам нужно поднять руки вверх. Во время упражнения вытягиваемся полностью ручками вверх. Делаем глубокий вдох и на выдохе делаем наклон вперед. Затем возвращаемся в исходное положение и расслабляемся. Вытягиваемся вверх, делаем наклон вперед, возвращаемся и расслабляемся. Выполняем упражнение 5-6 повторений. Для выполнения следующего упражнения необходимо поставить ноги шире плеч, поднять одну руку вверх, вторую опустить вниз. Рука, которая опущена вниз, будет упираться в ногу. Делаем упор рукой в ногой и наклоняемся в сторону. Затем округляем плечи вперед и возвращаемся в исходное положение. Выполняем то же самое на другую сторону. Делаем наклон, округляем плечи вперед, возвращаемся в исходное положение и поднимаемся вверх. Выполняем по 4 медленных наклона в каждую сторону. Для выполнения следующего упражнения ноги оставляем чуть шире плеч, разворачиваем верхнюю часть корпуса на правую ногу, опускаемся вниз волной, опускаем вниз сначала голову, округляем плечи, опускаемся вниз и поднимаемся с прямой спиной. И затем выполняем на левую ногу. Вытягиваем руки вверх, опускаемся вниз и поднимаемся прямой спиной. Выполняем по 3 медленных повторения на каждую ногу. На этом наш комплекс подошел к концу, а я желаю вам продуктивного и легкого дня.